feel anything, and when I learn, I push it down, I push it down. I'm the one for a good time, go for blowing up, during my doorbell. I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throwing back to Lana's count time. Gonna swing from the chandelier. From the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Like it doesn't exist. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding over tonight. Help me, I'm holding over the light. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding over tonight. Over tonight. I'm gonna scream from the chandelier. From the Я безумно вами горжусь, потому что вы справились со сложнейшей задачей. Очень сложная песня. Для взрослой женщины сложная песня, понимаете? А для вас, ну уж втройне, в четверне, в какой-то невероятной степени. И несмотря на начинающиеся какие-то, да, в связи, конечно же, с волнением, вдруг еще чуть-чуть и сорвался бы, и не сорвался, взял себя в руки и допел идеально. Ты молодец большой. Спасибо огромное. Меня зовут Йоги Долгоненко, да. Я из города Москвы. Занимаюсь... А сколько лет? Мне 12 лет. 12? Да. Как давно вы поете, Георгий? Я пою примерно с 6 лет, может быть, наверное. Мой папа тоже любит попеть. Мама не особо разбирается в этом деле. Ну, когда папа поет, мама любит. Мама любит, когда папа поет. Да. А когда она ты поешь? Переживает за него. Переживает за него. И за меня тоже. Ну, теперь мама может не переживать, потому что ты в самом главном вокальном детском проекте страны. Причем довольно-таки триумфально в него попал, я считаю. Спасибо вам огромное. Обнимашки? Давай. Спасибо тебе. Боец настоящий. Мутация не началась, еще скажи мне, пожалуйста. Не началась мутация еще? Слушай, с ангиной так петь, это вообще невероятная красота. Ты очень хорошо с этим справился, сложнейший материал. Я все видела, и это настоящее бойцовское качество. Ты умница.